В атаке торпеда разворачивается она на левый край. Там оказывается Кравчук. Подача. Гойкович хорош на втором этаже. Подбор. И такой удар! Вот это выстрел! Мухаммад Султонов! Это что-то из бейсбола, честное слово. Ну, ты знаешь, очень, конечно, неординарный удар у него получился. С моей позиции вообще сложно было даже понять, как мяч залетает в сетку ворот. Ну, потому что я вот ровно...